Всем здравствуйте, с вами Чернова Мария, и впереди нас ждет чудесный праздник Новый год. И вам вопрос, а вы уже начали покупать подарки к Новому году? А я уже начала. Итак, друзья, сегодня я буду вести распаковку прямо из коробки, потому что у меня здесь много-много всего вкусного и интересного. Запах стоит очень вкусный. И здесь у нас с вами, посмотрите, здесь у нас такие шарики для ванной. У нас два их аромата. Они стоят всего 119 рублей. Мандарин и лимонный бум. Аромат неимоверный, очень вкусно, новогодние все запахи. Также у нас будет три геля для душа. Это Bubble Gum. Это у нас карамельное настроение. И это у нас лимонный кекс. Обратите внимание, при покупке двух товаров вы можете приобрести все вот эти продукты, которые у меня в коробке, по желтой цене. Гели для душа по желтой цене 89 рублей. Также у нас три вида мыл. Это тигренок, это снеговик и это у нас мандарин. Они у нас по 59 рублей, также при покупке двух. Посмотрите, какое мыло у нас в распаковке. Это у нас мандарин, это у нас снеговичок и это у нас тигренок. Красота! А еще посмотрите на вот эту прелесть. Мягкая игрушка. Она у нас совсем небольшая. Размер ее 18 на 10 и цена ее 899 рублей. Также я бы хотела обратить ваше внимание на упаковочную бумагу для подарков. Это у нас три вида. Вот они, посмотрите. Упакованы они вот так красиво. Сейчас вам покажу внутреннее содержание. Так, посмотрите, вот у нас такой набор упаковочной бумаги. Три листа. Они у нас всего 129 рублей. Вот такие у нас мотивы, но здесь единственное, что бычок, конечно, но я думаю, что никого это не смутит. А здесь посмотрите, какая прелесть. Они у нас получаются двойные. Еще обязательно обратите внимание в 16-м каталоге на такой чудесный подарок, как новогодние трусики. Они есть и для детей, и для взрослых, натуральный хлопок. Это у меня 146-152 ростовочка. Вот они у нас три таких вида. Очень красивые и удобные. Ну и, конечно же, друзья, дорогие мои, я хочу вам показать вот такой чудесный свитер с новогодними мотивами. Такой же есть и мужской в синем цвете. Ну, давайте померим, я вам покажу, как оно будет на мне смотреться. Ну что, друзья, на мне сейчас такая прекрасная кофточка, джемпер с рождественскими мотивами. И если вы возьмете себе, своему мужчине, вот такую кофточку, для мужчины, напоминаю, она в синем цвете, то можно будет сделать замечательную новогоднюю фотосессию. На мне сейчас размер 42. Вот, посмотрите, она у нас в круговую идет с одинаковым орнаментом. И стоимость такой кофточки 2999 рублей. Что для мужчины, что для женщины. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, мои отзывы будут для вас полезны, и вы сможете определиться с подарками для своих близких. Всего вам хорошего и до новых встреч!